В Якутске обсудили возможность изменения автобусных маршрутов. В окружной администрации состоялись публичные слушания по вопросу оптимизации маршрутов движения городского общественного транспорта. Наиболее волнующим горожан вопросом представителям органов власти стала судьба маршрутов номер 14 и 19. Жители Якутска предложили добавить дополнительные автобусы к 14 маршруту, так как в часы пик транспорт сильно загружается. Также попросили рассмотреть вопрос заезда автобуса номер 19 в жилой комплекс «Прометей». После окончания ремонта дороги на окружном шоссе постоянно курсировавшие автобусы по маршруту остановка «Карьер» автострада 50 лет октября вернутся к прежней схеме. Кроме того, с 1 ноября сократится интервал движения маршрута номер 9 с 30 до 15 минут. Сейчас картина такая, что автобус номер 14 к нам заходит в час пик, люди не входят в него. Есть выдержки с группы WhatsApp, где мама очень беспокоится за своего ребенка. Она стояла на остановке и потом ехала с кружка домой, возвращалась. И автобус проехал мимо. Девочка, хорошо, он номер стекло. Водитель едет